Всем привет, с вами Юля. Смотрите, какую красотку мне подарила сестра. Это Агланема 10 карат. Вот такая здоровая, взрослая, красивая. Это уже взрослое растение, такой красивый пышный кустик. В горшочек посажено 3 ствола. Живет она у меня уже 2 месяца. Вот. За это время вроде бы у нас с ней все сложилось. Она даже умудрилась процвести. То есть чувствует себя прекрасно. И сейчас я ее хочу пересадить. Вообще, изначально я ее сразу хотела пересадить, но как-то не нашла подходящий горшочек. Вот. А потом у меня грунт закончился. И вот только сейчас у меня дошли руки до нее, чтобы пересадить. Если интересно, давайте вместе это сделаем. Для начала я ее освобожу от покупного грунта. Вот такие хорошие корни наросли. Но, если честно, я хочу убрать вот весь грунт и посадить в свой, который я знаю, как мне поливать. Я вот не знаю, видно вам или нет, вот здесь видно предыдущая форма горшочка, то есть вот такой горшочек, я не знаю, сколько сантиметров, да. Ну вот она была перевалена методом перевалки в горшок побольше, вот в такой прям огромный. То есть вот здесь такой объем. Ну блин, в 2 раза, мне кажется, точно увеличили объем. И вот такие вот жирные, прям классные, массивные корни наросли. Вот я хочу по максимуму попробовать освободить, потому что частенько у гланцев встречаются сюрпризы. Да, мне сюрпризов не хочется. Поэтому аккуратненькими движениями массажными я освобождаю корешочек за корешочком. Вот так, максимально аккуратно я очистила корневую систему. Убрала весь старый грунт. Здесь никаких сюрпризов нету, то есть нет таких пластиковых стаканчиков, которых я больше всего боюсь. И смотрите, вот если рассматривать поближе, вот здесь есть основное растение, да, а вот эти вот 2, это получается как детки. И они как-то растут вот так тут все в линеечку, то есть вот взрослое растение, да, посередине, а вот эти вот по бокам. Мне бы хотелось бы, конечно, очень сильно, чтобы они как-то, ну, немножечко по-другому были посажены. Поэтому я хочу одно растение, вот, скорее всего, отделить вот так. Вот. И даже особо не тревожа корни, просто отделила и вот поверну вот в эту сторону. Да, не поверну, придется чуть-чуть корешки. Короче, вот так, чтобы они были вот 3 ствола, не в ряд, а вот друг с дружкой. Понятно, что сейчас они друг другу будут мешать. Черенок, который я отломала, этот срез, ну, слом, я буду припудривать корицей. Вот так вот. Ну, и вот здесь тоже все. Ну, в целом, если я вот так сделаю, все на корне, ничего страшного не будет. То есть, когда... Вот, и чуть-чуть подсохнет у меня таким образом. Для посадки выбрала вот такой горшок. Это горшок Валенсия. По-моему, 21 сантиметр диаметр. Если сравнивать с предыдущим, то вот, пожалуйста, один диаметр. И это очень хорошо, потому что я убирала весь старый земляной ком. Если бы я сажала методом перевалки, то тогда бы, конечно, нужно было взять побольше горшочек. Но так как я убрала весь земляной ком, вот этот размер будет в самый раз. Еще огромный плюс то, что здесь есть вот такие вот ручки, ушки. Вот, можно легко достать внутренний горшочек. Вот. Выглядит все вот так. Я надеюсь, подойдет и будет очень красиво смотреться. На дно я насыпала небольшой слой керамзита. Грунт, кстати, у меня это теравита, агробал, плюс песок, плюс перлит. Также еще хочу добавить микоризу. Нет,
будет все-таки вот так. Будет симпатичней. Срез, кстати, у меня уже подсох. Очень хорошая борода корней. С горшочком я не ошиблась. Я надеюсь, вам будет там видно. Смотрите, какая красотка. Да не на меня смотрите, на Агланему смотрите. Она лучше любого букета. И, кстати, мне ее подарила сестра без всякого праздника. Виктория Игоревна, вы самая лучшая сестра на свете. Ох, теперь буду любоваться такой красотой. Надеюсь, мое видео было для вас интересным. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео.